Пограничные между Францией и Германией регионы Эльзас и Лотарингия только с конца позапрошлого века 4 раза меняли свою национальную принадлежность, переходя в состав то одной, то другой страны. Эти перипетии отражались и в пропаганде претендентов на спорные земли, в том числе в наименованиях боевых кораблей. Например, в ВМФ Франции существовал дредноут «Лорен» и проект линкоров типа «Альзас». В германском флоте числились их тезки-броненосцы. Историческое противостояние в нашей игре продолжает немецкий линкор 10-го уровня «Лотринен». В конце 30-х, начале 40-х годов прошлого века доктрина Германии предусматривала рейдерские действия крупных кораблей в Атлантике против путей снабжения союзника Франции в Великобритании. С этой целью разрабатывался проект «Атлантик Флюгцойг Кройцер». Концепцию авианесущего корабля с 2-3 орудийными башнями главного калибра мы реализовали на основе немецких линкоров проекта H-39. При переделке линкора на нем были убраны кормовые башни ГК и изменена надстройка. Она получила полетную палубу, ангар, авиационное оборудование и характерный для авианосцев остров. Как известно, боевой путь реального Лотринена, спущенного на воду в 1904 году, особо не задался. Броненосец слишком быстро устарел. И вот спустя 120 лет у его тезки в нашей игре появляется шанс на своего рода реванш. Ведь наш Лотринен может похвастаться высокой точностью стрельбы ГК на всех дистанциях, режимом серия залпов у ГК и высокоэффективным ПМК, хорошей маскировкой, 2 эскадрильями штурмовиков и улучшенным снаряжением гидроакустический поиск. Из недостатков линкора – малый вес залпа бронебойных снарядов, их небольшой урон в минуту и низкое бронепробитие, а также невысокая дальность стрельбы ГК. Особенность ГК Лотринена – режим стрельбы, серия залпов по типу барабана полного цикла. Перезарядка начнется только после того, как все залпы сделаны. У Лотринена хорошая точность и неплохая для класса скорострельность, однако из-за небольшого калибра и малого количества орудий сходу нанести серьезные потери противнику не выйдет. Ведь урон и бронепробитие бронебойных снарядов невысокий. Зато линкор не обделен классической для немцев особенностью — высокоэффективным ПМК с приличной дальностью стрельбы и увеличенным бронепробитием снарядов. Стоит отметить, что в режиме серийной стрельбы ГК вам доступны аж 5 залпов с небольшими интервалами между ними. При этом помните, что полная перезарядка — это не быстро. Не теряйте времени зря, поднимайте в воздух штурмовики. 2 звена из 6 самолетов с осколочно-фугасными ракетами. Нанести большой урон за вылет получится вряд ли, а вот провести разведку и поджечь противника очень возможно. Сам линкор, разумеется, будет уязвим, пока вы управляете эскадрильей. Заранее позаботьтесь о безопасности. В помощь ГАП с фирменными немецкими характеристиками. На крайний случай — аварийная и ремонтная команды. Командиры, вы наверняка уже слышали, что построить немецкий гибридный линкор 10-го уровня «Лотринен» можно в версии 13.8 на Гамбургской верфи. Строительство включает 28 этапов, 24 из них можно пройти, выполняя боевые задачи. Хочется быстрее? Завершайте каждый этап за 1950 дублонов. Или приобретайте на старте целый набор из них. 10 этапов за 11500, 4 за 5500. Закончив строительство за дублоны и получив Лотринена с памятным флагом и в специальном парадном камуфляже, вы сможете и дальше выполнять боевые задачи верфи. В этом случае заработаете 250 единиц стали за каждый этап.
Ну а теперь настало время нашего традиционного конкурса. На кону контейнер «Особый корабль 10 уровня». И чтобы его получить, необходимо подписаться на наш канал, по достоинству оцените это видео и в комментарии к нему правильно ответить на вопрос, на основе линкоров какого проекта реализован в нашей игре «Лотринин». Напомню, что вместе с ответом вы должны также верно указать свой игровой никнейм. Имя победителя мы узнаем в следующем выпуске «Армады». Участвуйте в розыгрыше и удачи вам, командиры!